второй станок. Ну, предположим, работаем, грубо говоря, 3 месяца уже, наверное, 4, наверное, да, на нем. Много переработали мы на нем, на этом станке. 2 смены у нас так работают. Вот за 3 месяца мы переработали 4356 кубов. Ну, средняя взял 16 кубов в смену, например. Ну, там и 22, 23 куба они как бы делали. Умножил на 2 смены. Это вот 32 куба. 32 разделил на выход. Выход где-то 0,48 получается. Это получается 66 кубов в день. Умножаем на 22 рабочих дня в месяц. 100, значит, 1466 умножаем на 3 месяца, предположим. Да, ну 4,5 тысячи получается где-то. Диаметр всякий. Максимально где-то в пределах, если с вершинную часть брать, ну где-то, наверное, на 18 вершинной части. Ну не знаю, мне все нравится, будем так говорить. Чисто на балансе сидим. У нас просто это на потоке. Просто дерево за деревом друг за другом идет, и мы просто не останавливаемся. Большое спасибо вам.